спонсором, потому что это редчайшее явление в нашей стране. Огромное спасибо. Когда вдруг из Министерства культуры делают фестиваль, который знает весь мир. Браво! Огромное спасибо. И мы для всех сыграем пьесу, которая песня. Имеется с вами спорим, кстати. Которая звучала в хип-парадах в Америке. Это для нас тоже паразитом. Называется «Вивраморда. Здравствует, любовь», написал Николай Мицкевич, а слова Ким Назарят, это советская Нью-Йорк Войсис, когда она написала и спела. И Ив Корнелий сегодня эту песню споет. И на этом мы хотим сегодня встречу завершить с надеждой, что у нас еще много будет интересных встреч впереди. Спасибо огромное!
Спасибо. До новых встреч.